10 секретов стоматологов, о которых они вам не расскажут. Если вас спросят, к какому врачу вы больше всего боитесь ходить, то вы точно скажете – к стоматологу. Один вид его устрашающих инструментов любого выбьет из колеи. Они надевают маски, чтобы мы не узнали их тайн, которых, кстати, достаточно много. Поехали! Номер один. Правда о чистке зубов. Помните, как в рекламе нам всегда говорят о том, что зубы нужно чистить 3 раза в день? На самом деле это не так. Вам будет достаточно чистить зубы 1 или 2 раза. Главное – делать это правильно. Советуя вам чистить зубы 3 раза в день, стоматологи надеются, что если вы будете делать это неправильно, то хотя бы несколько раз. Помните главное – бактерии должны находиться на зубах 48 часов, чтобы начать причинять вам вред. Обратите также внимание на то, что вы едите. Чистка зубов в наше время стала еще важнее, ведь мы потребляем гораздо больше сахара, чем наши предки. Главным показателем правильной чистки зубов будет продолжительность этого процесса. Кроме того, щетку обязательно нужно менять каждые 3 месяца. Номер 2. Регулярные визиты к стоматологу и зубная нить. Регулярные визиты к стоматологу и чистка зубов нитью – это самые частые рекомендации от дантистов. Но так ли они необходимы на самом деле? Ответ – нет. Начнем с визитов к стоматологу. Вам порекомендуют приходить на осмотр раз в полгода. Если для детей это и будет актуально, так как их зубы портятся быстрее, то для взрослых это слишком часто. А теперь поговорим о зубной нити. Вроде бы и так понятно, что зубная нить помогает очистить промежутки между зубов, где скапливаются налет и остатки пищи. Только вот современные исследователи так и не смогли доказать, что это средство эффективно в удалении зубного налета. Агентство Associated Press даже направило официальный запрос в Министерство здравоохранения и социальных служб США. Но и оно не смогло привести убедительные доказательства в пользу зубной нити. Номер 3. Самостоятельное решение проблемы. Мы всегда уверены, что если у нас есть проблемы с зубами, вроде кариеса, то нам нужно срочно идти к стоматологу. Но что, если я скажу вам, что вы можете сами решить проблему? Главными причинами кариеса можно назвать сахар и недостаток витаминов. Именно поэтому для лечения зубов нужно отказаться от сахара и есть больше полезных овощей и фруктов, для того, чтобы пополнить запас витаминов. А как же тогда насчет зубной боли? Не каждая зубная боль связана с кариесом. Если дело не в нем, то можно помочь себе при помощи акупунктуры. Нажмите на место перехода большого пальца в ладонь на той руке, со стороны которой болит зуб. Подержите в таком положении несколько минут, и она пройдет. Таким образом, вы высвободите эндорфины. Номер 4. Оптимальное время для визитов к стоматологу. Когда у нас болит зуб, мы стараемся записаться как можно скорее, в первой половине дня, чтобы быстрее решить проблему. Но не стоит стремиться к тому, чтобы быть первым пациентом за день, так как многие врачи признаются, что они работают лишь через пару часов, на втором или же на третьем клиенте. Так что записывайтесь на время не раньше 9-10 часов. Однако вот сразу после обеда тоже идти не рекомендую. Ведь мы все знаем, что после еды хочется спать. Номер 5. Грязный секрет воротников. Во время лечения на нашу одежду всегда крепят воротник металлическими клипсами, чтобы не испачкать одежду. Но разочарование состоит в том, что эти клипсы очень грязные, и их никто не чистит. Именно поэтому на них много бактерий от прошлых пациентов или же от внешнего воздействия. Даже если ваш врач ответственный и стерилизует эти клипсы, они все равно не до конца очищаются. Так что в следующий раз попросите врача и ассистента дать вам чистые клипсы. Номер 6. Лечение стоматолога по страховке невыгодно. Мы живем в эпоху популярности страховок, и они не всегда бесполезны. Однако в случае со стоматологом вам, скорее всего, не стоит прибегать к этому пути. Страховка выгодна для непредсказуемых ситуаций и катастроф, а в случае с зубным врачом расходы обычно никогда не бывают больше, чем та сумма, которую вы платите за страховку. Страховые организации – это неблаготворительные фирмы, и им нужно получать с вас прибыль. Поэтому они сильно завышают суммы на стоматологов, и вам будет выгоднее оплачивать эти визиты самому без страховки. Поверьте нам. Номер 7. Отбеливание зубов может быть опасно.
Отбеливание зубов – одна из самых популярных процедур в современной стоматологии. За белоснежной улыбкой стоит обращаться исключительно к опытному стоматологу. Только он сможет определить, нет ли противопоказаний к процедуре. Но все же от таких краткосрочных проблем, как ожоги, раздражение и отек десен, никто не застрахован. Кроме того, отбеливание повышает чувствительность зубов и может повредить даже корни зубов. Лучше всего понять, можно ли обойтись без отбеливания, бросить курить или же перестать пить много кофе. Номер 8. Не всегда у вашего дантиста самое передовое оборудование. Почему мы с вами начинаем бояться стоматологов? Наверное, отчасти потому, что мы видели те приборы, которыми они раньше работали, и все они выглядят как орудия для пыток. Мало того, что не все стоматологи успевают совершенствовать свои знания и навыки, так они еще и пользуются устаревшим оборудованием. Каждый год появляется все новая усовершенствованная техника, которая способна облегчить и ускорить стоматологические процедуры. Стоит такое оборудование дорого, и не каждой клинике по карману. Вот и приходится стоматологам работать по старинке. Итак, придя в клинику, спросите о том, есть ли у них нормальное оборудование для рентгена и ультразвуковое оборудование для чистки зубов. Если и этого нет, то сразу стоит уйти. На кону стоит ваше здоровье, и торг тут неуместен. Номер 9. Таинственные инструменты дантиста. Итак, вы сидите в кресле дантиста и готовитесь к процедуре. Ваш врач всеми силами пытается спрятать от вас насадки и другие инструменты. Но почему? На самом деле это делается для вашего же блага. Если вы будете видеть все приспособления, вам будет страшно. Поэтому врачи часто передают их своим ассистентам, и вы их не видите. И страх этот не будет беспричинным. Ведь инструменты на самом деле могут быть опасны, если пациент не будет сидеть спокойно и будет двигаться во время процедуры. Номер 10. Куда же попадают ваши удаленные зубы? Если вам удалили зуб и не отдали его в контейнере, куда же его денут? Выкинут в мусор? На самом деле все зубы собирают и хранят, но не потому, что ваш врач извращенец, а для академических целей. Эти зубы могут попасть в руки студентов, и они будут на них тренироваться. Как это происходит? Зубы прикрепляются к специальному каркасу в виде головы, и тогда это больше становится похоже на реальную ситуацию. Выглядят эти так называемые стоматологические фантомы достаточно пугающе. Еще чаще в практике используются зубы мертвецов. Только представьте, как это ужасно!